И что мы выберем сегодня? Поездку в Ташкент на велосипеде. Всем привет! Сегодня у нас поездка на велосипеде. Едем до Ташкента. Сейчас все покажем. Готовимся к заезду. Вот Насибулла Хабибулович показывает мяч 50-х годов из чисто натуральной кожи. Ночь музея, сегодня подарок. Я каждый вот сегодня дарю. Стоим, встречаем гостей из Чернушки. Эдуард у нас идет первым номером. И позади Дима с Лерой. Привет, привет. Вот, собрались мы уже все вместе. Встретили гостей из Чернушки. Теперь все делегации едем дальше. Так, у Максима небольшой ремонт. Ну как, получилось? Регулирует звездочку. Насибулла Хабибулович у нас уехал на мероприятие. Вот ребята из Чернушки, Дима с Лерой, сходят с дистанции. У Леры свело ноги, но у нее получилось уже расстояние на данный момент 50 километров. Назад доедет, уже будет 100 километров. Это у нее первый такой марш-бросок, с чем мы ее поздравляем. Молодцы, ребята. Поддержим, поддержим. А мы едем дальше. Вот мы и добрались до Ташкента. Из Чернушки у нас только один добрался. Двоим пришлось сойти с дистанции. Вот он, Ташкент. Все ждали этой поездки. Да, обратно надо будет подниматься в гору. Вот такие виды. Конечно, едем дальше. Заезжаем в Ташкент. Заехали на ташкентский родник. Вот такие здесь красивые места. Ребята набрали водички. Красотища. Птички поют, природа, солнышко. Добрались вот до таких дорог. Вот такая колея идет. Ну а дальше еще интереснее становится. Машины здесь просто уже только вездеходы проезжают. Делаем небольшую остановку и едем дальше. Как красиво смотрится пух. Добрались до полевых дорог. Но здесь шикарные красивые виды. Вот подъезжают наши оставшиеся велосипедисты. Да, говорят, новую дорогу открываем. Так что едем дальше. Вот такая красота. Едем группой. Взяли последнюю Уртылгинскую гору. Начало немножко темнеть, включили задние фонари. И все, буквально немножко и будет финиш. Все, добрались до Куиды. Общее наше расстояние получилось 65 километров. Прощаемся с Эдуардом. Ему еще ехать до Чернушки. Он от Чернушки приехал в Куиду, прокатился с нами 65 километров. Теперь едет обратно. У него будет 140, но фонарь есть передний, есть задний. И как доедет, нам даст знать. Поэтому мы за него не волнуемся. Он у нас человек опытный. Но ждем от него весточки. И сейчас узнаем, у нас еще два человека из Чернушки приезжали, но у них с нами не получилось преодолеть полный маршрут. Сейчас узнаем, как они добрались. Ну а дальше смотрим фотографии.